Еврозона. Продолжаю тему по поводу F-16 и разговоров, и той шумихи, которая происходит вокруг этого в Европе. А я не сомневаюсь, что окна Овертона работают. Сегодня мы говорим о том, поставят, не поставят. Значит, вопросы не в том, сколько времени обучать нужно пилота. Полгода или год, или два года. Есть желание политическое, особенно у Европы, это сделать. Значит, если будут пилоты, ну, давайте так, то будут, конечно, как это было в сказке о Чебурашке и крокодиле Гене. Если есть гнутые гвозди, то дайте нам, пожалуйста, гнутый молоток. Вот Чебурашка же что услышал в ответ от прораба тогда? Что, ну, если ты такой хитрый насчет гнутых гвоздей, ну, ладно, на тебе простые гвозди, но немного. Вот то же самое и с F-16. На тебе подготовка пилотов говорит о том, что система интегрирования вообще всего блока НАТО, непосредственно выдвижение на переднюю линию, это не буферная зона, не зона безопасности. Это говорит об агрессивности НАТО по отношению к России. Красивая сказка насчет того, что Украина защищает всю Европу, поэтому ей нужны средства доставки ядерного оружия до Москвы. Очень красиво звучит. И, в принципе, втягивание, расшаривание, разжигание регионального конфликта на уровень глобального – это заслуга непосредственная. Вот здесь, я считаю, нужно вводить прямо определенную терминологию – разжигатель войны. Вот как я говорю, что у меня на прошлой неделе победил в открытом первенстве по русофобии Боррель. Вот точно так же в открытом первенстве по разжиганию того, что происходит, существует целое направление – это элиты, это европейские элиты. Здесь полностью отсутствует, здесь это в Евросоюзе, полностью отсутствует мышление дипломатии или переговоров. Это табу-тема, запрещено говорить вслух, потому что если переговоры, то только если Кремль вывешивает белый флаг, России вообще не существует, и самое главное, лет на 50 вперед Россия отдает все свои богатства и право управления все своими богатствами, в том числе и народом, и образованием, и воспитанием детей. Это нефть не самое главное, и газ, поверьте мне. И бриллианты, которые, в принципе, только одна страна в Европе потребляет из России, это Бельгия. И, в принципе, уже объявлено, что российские бриллианты не будут вечными, сказал Мишель Шарл. И это камушек в сторону Бельгии. А на самом деле Бельгия просто пролоббировала решение, что бриллианты может покупать дальше, потому что она зарабатывает деньги. И вот если Польша столкнулась с ответом Вячеслава Володина и должна сейчас почесать одно место, я имею в виду дальнобойщика польского, то с точки зрения Бельгии, вы слышали агрессивные заявления от Бельгии? Если услышите, я понимаю, что и бриллианты важно продавать, и валюта важна, потому что это поддержка социальных проектов, и вообще Россия не инициирует агрессивной экономики. Но морально все-таки вот хочется. Вот прозвучало что-то, бах, у нас есть асимметричные ответы. Вот это вот бах, вопросы по поводу, как врет Запад по поводу Бахмута, официально вчера целый день, вот Еврозона закончилась, я удивлен изменению тона в австрийских, французских, итальянских и немецких СМИ. Ну, Британия, она специфическая в этом отношении. Но мейнстрим вдруг стал повторять одну и ту же фразу. Мы не можем проверить данные, которые дают стороны конфликта. Как правило, цитируется только Украина. Украина не признает взятие Бахмута, вечером признает, утром снова не признает, потом признает. Немецкие эксперты начинают размышлять на тему, насколько это важно, насколько не важно. Выставляют экспертов, которые даже географически не понимают, о чем речь идет. То есть пальцем, если будут тыкать, то куда-то там на юге Украины, возле Крыма. Для них там это все происходит. И врут, как сказал наш радиослушатель, черти, откровенно и прямо, но при этом говорят, мы не можем проверить. Мол, Россия говорит, что Артемовск, он теперь вне украинских сил, что там, конечно, нужно защищать. Понятно, что есть что-то там внутри, но Зеленский не подтвердил.
И вот Зеленского цитаты впервые перебиваются информационными сводками из России. Как правило, это не происходит. Как правило, все в одностороннем порядке. Тут прислали мне с утра открытое письмо Соединенным Штатам Америки. Господи, дорогие друзья, ну это просто... Это шедевр. Это шедевр вылизывания дяди Сэма. Просто шедевр вылизывания дяди Сэма. И в этом шедевре вылизывания дяди Сэма я посмотрел, кто подписал это письмо, подписанты. Список достаточно широкий, и так бывает, что кто занимался составлением открытых писем, которые обращены кому-то, всегда очень важны первые подписанты. Вот кто первый подписал, это очень важно, потому что, как правило, эти первые подписанты имеют свои команды, и либо к ним обратились, либо они сами создавали. Бывает часто, что громким именам обращаются. И дальше, вот смотрите, подписал это, а ты подпишешь, ну давай, ставь мою фамилию тоже. Так вот, сейчас я дам одну цитату и скажу, кто подписал. Значит, я еще раз не оговорился. По вылизыванию дяди Сэма я еще таких открытых писем не читал. Начинается так. Предстоящее контрнаступление Украины имеет решающее значение не только для будущего страны, но и для всей свободной Европы. Только полная победа Укрармии. Дальше идет вопрос помешать геноциду российскому, который идет на Украине. Вот теперь вопрос, дорогие радиослушатели. Как вы думаете, кто первый подписант? Ну, какая страна? Хотя бы регион назовите. Я думаю, что даже после маленькой паузы вы... Вопрос, конечно, риторический. Поймете, что первый – это бывший министр финансов Эстонии. Второй – это бывший премьер-министр Эстонии. Вот. Дальше идет бывший начальник обороны Бельгии. Смешно, извините. Потом идет генерал-майор в отставке немецкой армии Берлин-Германия. Вот. Потом... А что ж все бывшие там? Ну да, потом бывший министр обороны Литвы. Так сбитые летчики. Да, Евгений, да, потом бывший премьер-министр Литвы, потом бывший президент Литовской Республики, потом бывший премьер Албании. Ну, то есть вопросов сразу отпадает. Ну, понятно, в общем, авторитетная команда. Бывший министр иностранных дел и вице-премьер Чехии, председатель комитета нацобороны Эстонии. То есть там не только бывшие, там есть и действующие, ну и там, понятно, бригадные генералы в отставке, Вроцлавский университет Польши. И даже есть генерал-майор в отставке, член парламента Финляндии. И когда я прочитал этих подписантов и все это письмо, на него уходит примерно 3,5 минуты, то глубокая аргументация, почему Соединенные Штаты Америки должны поставить F-16. Потому что контрнаступление будет. Вы идиоты. Значит, контрнаступление, о котором вы говорите, которое стало уже нарративом победы Запада и которое очень необходимо, это когда будет? Завтра, послезавтра, через 2 года, через 3 года? Сколько там летчик готовится? Понимаете, логика какая у них какая? Дайте F-16, нужно какое-то наступление. Или вы все-таки согласились на то, чтобы, например, асы из Литвы, Эстонии сидели за штурвалом этих самолетов? Вперед! Все, что я могу сказать. Мне в вину ставят разговор с одним немецким журналистом, который поднял тему, а почему немцы проиграли во Второй мировой войне. И коллеги очень так напряглись, когда я сказал, а к чему этот вопрос сейчас? Ну, давай уж без подводки, просто спроси, что ты хочешь. Вас интересует, как вы можете выиграть? Давайте, попробуйте, начните. Начните. Мы очень спокойно, неэмоционально воспринимаем определенные вещи. А вот эти сбитые летчики, бывшие, написавшие открытое письмо, которое пробуют расшарить, с аргументацией, что контрнаступление спасает всю Европу, я понимаю страхи карликовых европейских государств. И еще раз сегодня в программе несколько раз говорил о страхах. Страхи – то, что хорошо продается. Страхи хорошо известны в фармакологии. Фармакология зарабатывает на рекламе страхов. Это правда. И я считаю абсолютно оправданный закон, например, когда вам навязали посредством телевизионной рекламы какой-то БАД или какое-то лекарство, вы приходите в аптеку, и вам сотрудник аптеки обязан сказать, что все те же самые ингредиенты, которые есть в этом лекарстве, можете купить российского производства, стоят в разы дешевле. Вот эта вот система торговли страхом... Притормозим, Владимир, коротко.
Вести ФМ. Успел сделать глоток кофе, Евгений. Так вот, эти все страхи, вы понимаете, это система американской продажи боевой техники. Напичкают Европу под шумок, ВПК Америки работают, воруют топ-менеджмент из Европы, оно срабатывает. И представляете, вот, например, Шольц на саммите в Хиросиме говорит, это вот абсолютно свежее, это он практически у нас сегодня сказал, что обучение украинских пилотов управления американскими истребителями, обучение... Это планы союзников, тоже важный такой момент, планы союзников. Это сигнал России. Это сигнал России, что ей не следует рассчитывать на успех и на затяжной конфликт. Мол, если затяжной, то в будущем появляются уже и самолеты, и прочее. Шольц, вот послушай, ну мы реально, вот простые люди, понимаем абсолютно четко, что шаг по шагу, с момента, когда были посланы первые каски, первые бинты, первые палатки, системы обогрева палаток на Украину, а потом уже поставляли леопарды, что завтра, образно выражаясь, вы поставите крылатые ракеты. И для Германии, я считаю, унизительно, для страны, знающей, что такое быть между конфликтом сверхдержав, при этом быть под угрозой уничтожения. Ведь Восточная и Западная Германия, Демократическая Республика Германская, ГДР, и Федеративная Республика Германии, на одной территории были ракеты советские, на другой американские, были направлены друг на друга. В случае начала конфликта между США и Россией, первое, кто был бы уничтожен, это была бы Германия. С двух сторон. Притом социалистическая Германия точно та же, как и капиталистическая. Антифашистская Германия была бы так уничтожена, как вот эта, которая называла себя демократией. Напомню, что Конрад Аденауэр, человек, в честь которого практически в каждом городе улица или площадь в Германии, прекрасно знал, что существовало подполье в размере 40 тысяч офицеров и солдатов вермахта, которые готовы были подпольно начинать на враждебной территории возрождать единую Германию. Он прекрасно это знал. И об этом скрывали от немецкого общества долгие годы. И сейчас стараются об этом не говорить. Это по поводу демократической и западной Германии, которая называется федеративной, которую аннексировали ГДР. Так вот, этой страны бы не было. Так вот, теперь Германия, зная, как это в конфликте сверхдержав исчезнуть с географической карты, с политической, с экономической, то же самое хочет сделать с Украиной. Мол, при конфликте сверхдержав давайте Украину сотрем, просто чтобы ее не было. Потрясающий менталитет немецкого правительства и мышление Шольца. И дальше Шольц говорит вот что. Наше послание прежнее. Россия должна вывести войска. Господин Шольц, вот еще раз по поводу посланий. Я с большим удовольствием посылаю вас тоже примерно в год 45-й. Еще точнее, это с ночь с 8 на 9 мая. Вообще не вопрос. И точка ноль, точка отсчета взаимоотношений России и Германии, дискуссия, которая не прекращается. Где же эта с точка ноль? Уже хитро перекрутили. Напомню, что Фиц, посол Германии в Российской Федерации, когда его спросили, когда произошло ухудшение отношений Германии и России, он сказал, что точка ноль, вот если все вернуть, то это точка 45-го года, 8 мая. Вот где он видит точку ноль ухудшения. Это был посол Германии в России еще в те времена, когда вроде все нормально было. Потом долго извинялся и рассказывал, что Россию любит, понимает, он не то имел в виду. И теперь перекручено так, что это точка ноль, что экономика Германии была полностью разрушена. И посмотрите, как это государство развилось, как это государство стало тем, что оно есть, и тем... в демократическом смысле слова, недосягаемых высот, на которые можно равняться. Ага. И долгосрочный проект по поводу подготовки пилотов, мне кажется, мы отматываем историю уже не так глубоко, это достаточно близко. Разговор о том, что украинские казармы должны быть полностью подведены под стандарты НАТО, этот разговор начался в 2012 году.
когда первые учения, когда американские солдаты после проведенных совместно учений с украинской армией, как там Янукович в Ростове себя чувствует прекрасно, но он же тоже подписывал все эти игры, играл, великий друг России. И Янукович в этом отношении ничем не уступал никому, кто заигрывает, в том числе и в Казахстане сегодня, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, все, кто заигрывает с этими идеями по поводу НАТО. Ведь тогда началось переосмысление того, что украинские казармы должны быть по стандартам НАТО. В принципе, вот это был четкий посыл господин Шольц. И шаг по шагу вы видите, к чему это привело. Вы же хитро ведете прокси-войну, не своими руками. Все, что вам нужно было, это что? НАТО подвести, создать буферную зону в виде Украины? Так скажите об этом Украине, что ее роль буферная между НАТО и Российской Федерацией. Зачем же вы опять поднимаете вопрос, что только в НАТО будет гарантия безопасности Украины? И вы знаете, вот этот разговор Г7, вот я посвятил то время много, конечно, F-16, но по поводу вопроса, когда будут поставлены самолеты, я считаю, что это не самая главная повестка. Все-таки глобальная повестка – это разделение мира. И вот если я помню у нашего коллеги, у Владимира Рудольфовича Соловьева, я в программе как-то прям широко раскрыл руки и обратился к Западу. Это был, там, я не знаю, год 4 назад, наверное, уже. Что если вы так дальше будете себя вести, господа Запад, то вы Россию толкаете в объятия Китая. Так вот, Китай экономически мощная держава, но Россия с точки зрения технологий ушла далеко. Номер один на всей планете с точки зрения технологий, вооружения и осмысления, какие перспективные технологии в будущем будут востребованы. Россию сегодня догнать никто не может. Ни США, ни Япония, ни Германия, ни Южная Корея, никто, ни Британия. И в этом отношении сегодня Китай... После того, как я считаю, был заложен основной камень, фундамент противостояния западного мира против Китая, Китай толкает в объятия России с точки зрения объединения технологий и военной гарантии безопасности для единого Китая. Напомню еще раз, что переговоры именно прямо сейчас о поставках, подтверждение поставок оружия на Тайвань. Не надо рассказывать тогда, что Запад относится к одному Китаю, как к одному Китаю. Не можете вы поставлять оружие в штат Техас, не спросив это у Соединенных Штатов Америки. Или давайте в Баварию поставим оружие. Ну, просто так. Ну, зачем же? Германия одна, а вот баварские Райхсбюргеры – это совсем другое.